Всем привет! Привет, друзья! С вами Мажей Гризли. Ну что, находимся мы, как я понимаю, в жилище Аваса. Авас его зовут. А нет, не Авас, Асаф его зовут, да. Ну, друзья, иногда буду путать. Авас, Асаф, думаю, ничего страшного. Да, награбил он тут всяких разных сокровищ. Слоны тут всякие стоят у него. Картины. Вазы. В общем, как я понял, ищет он вот этот вот Бивинганеши. Здесь вот он висел, фотография на этой стене. Мы его, эту фотографию, забрали. Ну, не фотография, там на холсте. То ли нарисован, то ли еще. Но методы, надо признать, у него вообще зверские, просто варварские. Я так понимаю, раскапывает он целый город в поисках этого бивня. Ну, я так предполагаю, в общем. Везде там вот все горит, везде все грабит. Все, что более-менее там ценное, забирает себе. Ну что, друзья, давайте что откроем. Западные гаты, территория Хайсалы. Давайте откроем этот ящик, все-таки это не новость, который опечатан под замком. Ну все, повстанцы. А вот и Асав. Надин Рос. Приятный сюрприз. Осторожно, братья. У тигрицы есть когти. Асав? Сколько лет? А ты все так же юна. Ну, спасибо. Работу ищешь? Ну, после смены руководства в твоей компании... Временная заминка. Все поправимо. Конечно, конечно. Но жаль. Нам очень нужен человек твоего калибра. Зачем ты здесь? Это ведь совсем не твой профиль. Коллекция неплоха, скажу прямо. Хлоя Фрейзер. Спец по древностям. Воровка. Работаешь на воровку? Сэр, там происшествие. Ну вот, плюс ко всему, этот Асав. Что? Знаком с Надин Рос. Сейчас буду. Диск. А, ну да, диск-то. Вначале я приняла тебя за обычного повстанца. А. Но тебе удалось найти Хайсальскую империю. Неплохо. Но главную реликвию, Бивинганеши, найти посложнее. Что ты делаешь? Три вторжения персов, три разных войны, и за все эти годы его так и не нашли. Найдем. Блефуешь. Единственная надежда хоть сузить круг поисков, призвать на помощь кого-то, кто способен раскусить артефакт. Того, кто много знает о хайсальской культуре. Именно. Экспертов по хайсальской истории. Я беру недорого. Паразитку, которая хочет нажиться на нашей борьбе за идею. Это отказ? Он не хочет. Ты смелая. Хвалю. Но таких экспертов с меня хватит. В реку их, в
пристрелите в воду. Незачем. Сами выпрыгнем. За ними! Так, бежим, 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 друзья. Так. Ух ты. Бежим, бежим. Да, интересно, какая идея у этого Асава? Что он там за идею такую говорит? Не нужны, говорит, мне, не нужно мне ничего. Я, говорит, борюсь за идею. Так, 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 так. Так, интересно, Надин бежит за нами или мы за Надин? Ага, вижу Надин. Что это сейчас было? Грубо, но эффективно. Ты собиралась меня сдать? А я думала, ты профи. Это называется импровизация. Это еще как понимать. Ты позволила Асаву застать нас врасплох. Стоит ли такие услуги половинной доли? Так и знала. Ты хотела меня сдать. Да, Горбатова могила исправит. Ты меня вообще не знаешь. Предупреждаю. Те, кто меня предают, платят жизнью. Вот река. Надеюсь, твой человек на месте. Черт! Пора. Так. Давай! Я с тобой. Так, это опасно! Прыгай! Господи! Слышь, спасибо! Давай! Диск у тебя? Диск у меня, Валик! Так, и... Ух ты, ух ты. А когда она, интересно, диск-то успела схватить, я видела, она какую-то там штуковину, типа какую-то медаль, что ли, брала. Так, 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 ну-ка, получи. А что Надин-то нам не помогает? Встала и стоит, смотрит. Так, 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 так. Ну, по нам все равно попадают. Похоже, меня сейчас вообще убьют. Так, куда, куда, куда? Надин стоит, по-моему... Прям под огнем. Вроде цела. Они движутся к реке. Сейчас. Я прям, если честно, бегу, просто, даже не знаю, туда, не туда, просто прыгаю. Вроде прыгаю пока правильно. И невозможно, я вот не знаю, говорю, попадают по нам. Так, 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 так. Не сюда, не сюда, не сюда. Ух ты, ух ты. Ага, вижу. За мной. Река под нами. Спускайся с фонаря. Готовься. Так, ну, вроде удрали. Да, самое главное, диск. Диск мы успели украсть, друзья. Но диск какой-то тоже необычный. В форме сокровища какой-то сделан. Потому что, говорю, брала она какую-то в руки какую-то медаль. По всей видимости, может быть, это какая-то шкатулка, в ней лежит диск. Но на диск она явно не похожа. Сколько там еще? Еще час, пока все по графику. Хорошо. Да, вот она ее, эту шкатулочку. Бевень, в руках, в руках. Он же вертит. Хайсальской столицы. Глянь на него. Как успехи? Потихоньку. И, похоже, открыть не может. Ты все напрягаешься из-за его дутого эксперта? Не парься. Асав либо уже в гатах, либо у нас на хвосте. И у него есть оружие, транспорт, сотни бойцов и... Говорю же, не парься. Это похоже на ключ. Может. Ну-ка. А, ну я-то думал, диск это именно какой-то компьютерный диск, который может в компьютер вставить и прочитать. Со стрелой, пара шурамы.
А топор? Это дар Шивы. Великая битва. Что? Битва, в которой Ганеша лишился бивня. Если мы найдем эти символы, найдем и бивень. Неплохо, Фрейзер. Да, ну... Скажи спасибо моему папе, он увлекался мифами. Тебе пригодилось. Он должен тобой гордиться. Солнце почти взошло. Пойду собираться. Молодец. Да, друзья, ну, в общем-то, разгадка, вот, которую сейчас предположила Хлоя, очевидно, даже удивительно, что никто просто до этого не додумался. Вот это Асаф, у него там сотни этих подчиненных вооруженных, и что он там не мог залезть куда-то там в интернет, посмотреть о мифологии там этой хайсальской культуры. Для спокойствия моей души. Ну, красиво. Вот. Странно-то. Так, что прости, это? Что сомневалась, Хлоя. Это Хайсала? Хайсала. Это постройка древняя, так что мы явно на верном пути. Постройка Хойсала. Подозрительно. Тебе все подозрительно. Нет. Мы прошли почти сотню миль и ни следа Асава. Ну и хорошо. Может, застанем их врасплох. Это вряд ли. Я ищу бивень, а ты Асава. Как скажешь. Встречаемся у машины. Ага. Итак, друзья, глава 3. Возвращение домой. Все на своем месте. Какая большая стрекоза. Так, давайте сфотографируем. Какой пейзаж. Да, вот она, постройка Хайсала. Так, что у нас тут? Асав, красная дверь и вот эта девочка, которая была в самом начале, которая помогла нам пробраться вот на этот вот грузовичок. Так, и что нам? Возвращение домой почему-то называется глава. Это что, постройка? Чей-то дом, либо Хлоя, либо Надин, получается так, что ли? Странное название для главы. Ладно, возвращение домой, значит, возвращение домой. Пускай будет так. Так, Надин нас уже торопит. А, вот, я думал, пробираться будет к машине, к транспорту сложнее. Так, вот первая сложность. Так, перебраться. И я вот. Цела, спасибо. А вот и первая сложность. Так, пошли. Так. Куда это? Я хотел этот пятачок там обойти, посмотреть сокровища. Так, куда теперь? Опа. А у Надин тоже есть веревка? Ага, вижу, вон она висит у него, веревочка у нее. Ну, вот они. Настоящие охотники за сокровищами носят с собой всегда веревку. Так. Ты еще внизу? Ага. И еще тут. Я так уточняю. Так, а Надин-то? Надин рос. Ну, прямо скажу, какая-то она такая нервная, что ли, как бы, как правильно выразиться-то. Хорошо. Все время торопится, он там последние секунды, у нас каждая секунда на счету. Хлоя более спокойная. Я против. Говорит постоянно,
постоянно Надин успокаивает, говорит типа: Надин, все под контролем, не паникуй. Джипик вот они заготовили. Давай просто насладимся моментом. Да, причем, причем. Ну, не давайте томи. Послушаем. С чего ты взяла, что Бивень еще там? Иначе он бы уже всплыл в каком-нибудь музее. А я даже ни разу не слышала о хойсельских выставках. Я и о Хойселе не слышала до этого заказа. Ну, в этом виноват их последний король. Молодой, безрассудный. Так хотел похвастаться богатством своей империи. Отстроил новую столицу, чтобы хранить там деньги. А потом навлек на себя персов. И нас. Да, теперь и нас. Да, хотел я сказать, друзья, ну вот, разговаривают они вот о истории, что там какой-то король был молодой, глупый, как они сказали. Но не говорят вообще, где мы находимся, вот просто бах, были где-то в каком-то там индийском городке, который этот Асаф жестоко громит, и потом бах, и непонятно, в каком-то лесу находимся, в джунглях или где-то там. Понятно, что, по всей видимости, мы находимся где-то в Индии, опять-таки, в горах Индии, но непонятно, на самом деле, где. Как бы написали там название территории, что ли, блин. Ну, отправимся мы сейчас к этому строению, посмотрим, что там. Я, кстати, не удивлюсь, если там уже этот Асаф со своими повстанцами, как их называют, своими головорезами. Говорит, мы, говорит, за идею, говорит, а ты, говорит, просто, ты, говорит, просто ищешь Бивень Ганеши, ты, говорит, просто охотница за сокровищами, а я, говорит, за идею борюсь. Эй, за какую идею? Фламинго. Он борется, конкретно не указывает. Не указывается. По-моему, он просто обычный маньяк какой-то. Так, ручной тормоз. А что, куда нам тормозить-то мы? Шибко-то пока еще никуда даже и не доехали. Так, параметры управления на камеры за рулем, настройки камеры. Ага, да я. Видишь, где проехать? Ищу. Так, нет, я вот тоже не вижу, где проехать. Что-то вот здесь вот что-то есть, какой-то ход. Но он завален. Так. Куда? Куда ехать? Тоже кирпичи какие-то. Тут у нас водопады. Ага. Ого. Освежает. Спасибо. А предупредить? Да брось, весело же. Ну, приятный вид побыть на природе. Вдали от города. Тут тихо. Часто здесь бываешь? Вообще-то, нет. Вообще-то, первый раз, да? Сюда? Какой-то обрыв, что ли, там не вижу. А, это вода. Стой. Так. Надо же. Хойсельские руины. Через ворота проедем. Сейчас посмотрим. Так, а как мы проедем через ворота-то? Они же закрыты. Древние столицы. Что тут? Халибиду и Белур. Я думала, это Ганеша и Шива. А, надо же, ты запомнила. Ганеша – покровитель Халибиду, более новой хайсальской столицы. Шива – покровитель старой столицы, Белура. Ну, красиво сделано. Как укрепление гроша не стоит. Кварталы скульпторов, судя по всему. Мы еще на окраине. Не знала, что ты археолог. Ну, не я, а папа мой. Ну, а я просто воровка. Эй, в машине есть лебёдка? Вроде да. О, класс. С воротами разберемся быстро. Ты хочешь просто их выдрать? Ну да. Или динамит есть? Дело твое. Видимо, нету. Так, друзья, ну я вам скажу, что все это хорошо, конечно.
Ну я, блин, фиг запомню все эти названия. Хлебеду там и что-то еще там. В общем, буду поддерживать общие знания, так сказать, о происходящей истории. Не буду уж там углубляться прямо. Что с воротами? Так, подожди. Я понимаю, что у нас каждая секунда там. Стена на вид не очень прочная. На счету. Так, не очень прочная стена. Это хорошо, что она не очень прочная, но просто каким... Как ее сломать-то? У нас есть что-нибудь? Нет? Достать или спрятать оружие? О, у нас оружие есть, оказывается. Нифига себе. Так. Блин. А как ее? Как ее? Я вижу там внутри сокровища, друзья. А как вот это, да? Нифига себе. Чуть ли не пасхалка прям, скажем. А давайте, знаете что? Лебедку дотащим до туда, нет? Может, лебедкой там зацепить? Ну-ка. Ага, не лезет. Вот блин, а. Так, ну-ка, отцепи лебедку. Так, стена не очень прочная, говорит. Ну-ка, а как ее взорвать-то, нифига? Вот это прикол. У нас же не динамит, в общем, нету. Ничего у нас с собой нету. И вообще, будем ли мы возвращаться сюда снова? Потому что игра-то, ну, как бы, линейная, в общем-то. Она не с открытым миром, чтобы взять и там вернуться еще раз. Так, ну, друзья, ну, мы так все... Ну-ка, в прыжке, может. Мы так все патроны нафиг потратим. Так, ладно. Будем надеяться, что мы вернемся сюда. Эх, блин. Интересно, конечно. Так, ладно, идем. Все, должно давай, сработать. Лейзер, уходи, ух ты, ух ты, ух ты. А я-то тут, блин, спасибо, патронами... Патроны не экономлю, трачу патроны, а тут повстанцы. Откуда они, интересно, пришли? Так, может, у кого-нибудь из этих повстанцев есть граната? Ну, все чисто. Интересно, откуда эти повстанцы тут появились? Их же не было здесь. И стена-то что с... О, гранаточка, друзья. Так, чтобы сделать прицельный бросок гранаты. Так, ну вот отсюда, если я ее кину. Нет, нафиг, лучше подальше отойти. Так, ага, вот сюда. Так, ну будем надеяться, что граната прилетит прям по назначению. Так, нет. Нет, нет, нет. Давайте все-таки сюда заберемся. Ага, вот так вот. Отлично. Так, давайте посмотрим сокровище. Да, кстати, я нашла бивень Ганеши. Так, серебряный кувшин. Вот такой вот серебряный кувшин. И мы с вами уже раз, два, три, к сожалению, друзья, достижения собрать все сокровища мы в этой игре с вами не получим. Да, вот такой вот серебряный можно кувшин. Так, и Надин сидит. Надин сидит и ждет пока так. Хлоя подойдет и... Ты хотела разобраться с воротами. Ворота. И вытянем эти ворота. И поехали. О, и двери-то как удачно упали.
Чего притихла? У меня просто лёд кишок. Я как-то ожидала от тебя более бережного отношения к древним руинам. Сантименты в нашей профессии смертельно опасны. Так, так, так. Сюда. А что, большие летучие грызуны? Ну, вообще-то нет. Ну да. Ближе к приматам или мурам. Хорошо, я поищу. Другое дело. Так, ну, в общем-то, вот. Вот это древнее строение. Асаф, ну я говорю, так я и знал, что он прям вот, прямо 100% он там уже. Черт. С ним целый батальон. В броневике. Внутри может быть еще больше. А мне даже лестно, что он нас так боится. Надо попасть внутрь. Ты сбавь обороты. Сначала надо с этими разобраться. Есть идеи? Да. А то. Так, есть идеи. Вон они идут. Вижу. Так не пойдет. Если вы действуете скрытно, вы можете пометить противника. О! Можно пометить противника. Ого! Это уже интересней. Так, ну, сказали, если вы действуете скрытно, я так полагаю, что можно, в общем-то, и тут и по стелсу попробовать пройти. Ну, хотя, по крайней мере, попытаться. У меня, в общем, сколько я играю, никогда у меня по стелсу пройти игру не получалось. Все время я там ввязывался в потасовки, в перестрелки. Так, вот, слон, каменный слон. Так, и они уходят прям туда, в строение, в древнее строение. Опа, 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 вот стоит тип тут, нифига себе, как-то он нас так не увидел-то, интересно. Ну-ка, давайте его отметим, тоже. Так, теперь мы, в общем, знаем, где у нас противники находятся. Один слева, о, о-хо-хо. И он как будто бы насторожился, я видел. Как будто бы он нас увидел. Так, вот этот чувак сверху. Так, пошел. Так, идем. Надеюсь, у нас получится. Отлично. Так, а вот этого чувака сверху-то, который стоит, я же его отмечал. Вот точно помню. А, это второй. Так, так, так. Понял. Вот он, чувак-то, которого я отмечал. Я предлагаю сейчас он, когда пойдет туда, ага, и мы залезем и сядем в кусты. Надеюсь, он нас сквозь эти кусты не увидит. Опа, опа. А этот ты чё? Насторожился. Говорят, одна из них из ЮА. Работала с нашим боссом. Меня там не было. Так, вон еще одна увижу. Жене бы точно не понравилось. Понимаю его. Да я, в общем, тоже. Дерется, говорят, она круто. Не смеши меня. Пусть так, успел отметить. Я ее уложу на месте. Так, ну давай, дружище, иди, попробуй уложить меня на месте. Так, блин. Дерьмо. Да ладно. И все, вообще все меня увидели, в общем. Ложись, ложись. И обстрел, по-моему, ведут они не только сверху, но откуда-то еще и снизу. Слева, справа. Так, граната. Люблю гранаты.
Так, этот бежит там прям. Бежит, стреляет. Тебе сюда. Вот так вот. А почему она не садится? Я хочу сесть в кусты, чтобы немножечко там этот бой так улегся. Немного успокоились все. Так, еще одна граната. Отлично. Но она почему-то... Вот, спрятались. Так, 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 так. Ага. Как ты, блин, а? Увидал, а? Какой, а? Так, 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 так. Бежим, бежим, друзья. Так, где он там? Это что такое, а? То ли я попасть на него, в него не могу, то ли он прям такой крепкий, а? Так, ну надо бы кого-нибудь гранаточку-то кинуть. Вот в этого, например. Ну-ка. Баба, готово. Ух ты, ну-ка, на тебе, на. Мы еще не только стреляться, мы еще и хорошо драться умеем. Так что никакой повстанец нам не страшен. Все чисто, все как я задумала. Хм. Ну-ну, ну, движемся дальше. Так, все чисто, но я так понимаю, это все чисто вот здесь, вот на этом пятачке небольшом, в общем-то. Тут, на этом вот небольшом пятачке мы вообще, в общем-то, даже никуда и не прошли, не продвинулись. Вот сюда вот прошли, да, вот тут вот речушка какая-то небольшая. И то тут куча этих повстанцев была. А нам-то еще надо вовнутрь заходить, смотреть, что там. Да еще там еще и Осав же. А вообще, хотя, вот я... Вспоминаю сейчас вот Uncharted 4 и вспоминаю я главного нашего злодея Рейфа, который потом в итоге боссом-то оказался финальным. Куда бы мы ни пришли, мы все время сражались с повстанцами, и с Рейфом мы столкнулись только на самом корабле, на корабле Генри Эвери. Вот тут может быть, в общем-то, так же быть, что куда бы мы ни пришли, там есть Осав, но встретиться мы с ним никак не можем. Вот так вот. Так, вот оно, это древнее строение. Древнее строение. Ну что, забираемся вовнутрь. Все мы здесь вроде оббегали. Сокровища я здесь нигде не вижу. Так, вот он, ихняя техника. Да, сокровищ здесь нету. Ладно, ладно. Все, идем, карабкаемся. Так, давайте вообще в грузовичок тоже залезем. О, нифига себе. Можно вскрыть ящик. Так, и что нам... Пистолет с глушителем золотой, нифига себе. Так, а 18 патронов, а вот этот пара, который сколько у нас, 36. Блин. Ну, пистолет с глушителем-то хорошо, но просто если бы они, вот если бы я один раз с этого пистолета попал бы в любого врага, и он бы, хлоп, все, готов. Тогда ладно, можно еще там по стелсу там пройти. И то нифига мне не получается этот стелс. Ладно, давайте возьмем. Они все время меня видят, все время меня замечают. И весь стелс я все время проваливаю. Никак у меня скрытное прохождение не получается. Так, ну что?
Асав-то туда заходил. Встретимся мы с ним, нет, еще раз. Я думаю, нифига мы с ним не встретимся. Ладно, карабкаемся, карабкаемся наверх поворотом. Так, и что? Ага. Так. Похоже, нашла. Так, а я вообще... Я вообще-то хотел вот эти патрончики, ага, взять. Для начала. Так, похоже, говорит, нашла. Так, что? Крутим? Ага. Все легко и просто. Зам, откройся. Ну все, заезжай. Так, и эти, как бонусом просто открылись. Вот эти двери. Так, 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 так. Сюда. Ага. Так. Ну, прыгаем. Ага. Осторожней. Ну, конечно. Так, прям сейчас прям в машину прыгнем. Ну-ка. Все. Вот так ну, вот. Ну, слезай. Между прочим, я умею водить. Не сомневаюсь, солнышко, но мне так удобней. Так, давайте осмотримся. Сокровищ нету. Вроде бы ничего не мигает. Не блестит, точнее. Так, ну вот они любезничают друг с другом. Говорят, мне так удобнее солнышко. В общем, подружились. Ах-ах-ах. Нифига себе. С разгона туда, что ли? Давайте попробуем немного разогнаться. Отлично. Ого. Здесь можно долго искать. Так, 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 тормози. А, едет сама. Глава 9, друзья. Ой, глава 9, игру. Глава 4. Западные. Кто? Западные гаты. Блин, просмотрел. Так, ладно. Так, карта обновлена. Мы где-то а здесь. У нас даже карта есть. Я буду делать пометки по ходу. Так. Так, так, ага, нифига себе, у нас есть карта. Вообще, вот эта вот компания Naughty Dog, я в нее играл. То есть играл, игра «Одни из нас» называлась, дополнение к ней. Uncharted 4 играл, там карты не было, вот что интересно, да. А здесь вот у нас есть карта. И даже помечено на этой карте наше местоположение. Так, ага, так, 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 давайте приблизим, ага. Ну, в общем, нам направо, похоже. Так, глава 4 называется. Какие западные гаты, по-моему. Ладно. Пускай будут западные гаты. Так, телефон почему-то нам предлагают взять. Ладно, все. Немного отвлекся, потому что машина ехала, я пытался ее затормозить, а. Может. А она, оказывается, сама по себе едет. Я думаю, почему машина-то не тормозит? Поэтому вот так вот, друзья. Небольшая заминочка произошла, ладно. Так, западные гаты у нас, нам вот туда. Сначала мы хотели добраться вот до вот этого строения. Строение это оказалось, в общем-то, просто какими-то воротами, через которые мы прошли, теперь нам вот туда. Едем, друзья. Окей, а я высматривать Асава. Прекрасно. Не то, чтобы я из-за него переживала, а стоило бы. В другой раз врасплох мы его не застанем. Ага. Вряд ли он от тебя многого ожидал. Ну, в общем... Погоди, это в общем, комплимент? Цели-то... Звучало прямо как комплимент. В общем, цели-то разные. Ну, Асав, нам просто стоит держаться от него подальше. Цели-то разные. Он один и у Хлои. Хлоя ищет бивень Ганеши. Такими, как Асав. Все просто. Он ищет слабых и предлагает им стать сильным. Дает им цель. Цель? А по-моему, лапшу он им вешает. А вот, ну то есть... Я подожду. То есть ищет она бивень Ганеши. Ну просто, как я вот сейчас понимаю, просто охотница за сокровищами. А вот Надин Рос вот никак не может успокоиться. Все время она говорит, что нафиг надо найти нам... Надо найти нам Асава, да, и по всей видимости, он один рост не так уж и интересует этот бивень Ганеши, сколько интересует вот сам Асав. В общем-то, цели разные, но путь достижения этой цели, в общем-то, схож, а поэтому они объединились. И зачем? Не будем об этом.
Мне показалось, что он на тебя запал. Не напоминай мне. Пригодился в свое время, но... Жуть. Ну, так рассказывай. Не хочу. А если под рюмочку? Никакой рюмочки не хватит. Так, давайте посмотрим карту. Так, карта. Ну да, есть карта. Прикольно. Так, ну, друзья, вообще, в общем-то, мы уже подбежаемся к этой вот самой башне. Уже можно ее прям посмотреть. Так, 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 где-то она здесь была только что. Вот она. Ну и, в общем-то, так, ты же неплохая. Как тут будет действовать Асап? Постарается устроить засады на всех подступах и остановить нас. Я бы поступила иначе. Что бы ты сделала, если бы была Асавом? Сбрила бы бороду. Я бы подождала. Дала противнику сделать всю грязную работу, а потом забрала бы бивень, как с блюдечка. Хитро. Практично. Без лишних рисков. Хорошо, что ты в моей команде. Тебе повезло. Странно, что Асав так не делает. Может, его эксперт знает что-то, чего мы не знаем? Да, тем больше причин провернуть все по-быстрому. Да, 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 да. Вот, послушали мы, о чем общается Надин. Надин военный эксперт, оказывается. И всякие разные варианты она предлагает. Ну, я о чем говорю-то, друзья, что давайте сделаем небольшой перерыв. Отличная серия получилась у нас. Встретились мы с Асавом, пообщались с ним, ушли от погони Асава. Первую перестрелку пережили. Приехали вот к этой вот башне. Башня, я-то смотрю, не маленькая, в общем-то. Надеюсь, что там будет какая-нибудь головоломка, загадка. Ну что, друзья, сделаем небольшой перерыв. Всем, кто меня смотрит, спасибо. Оставляйте комментарии. Надеюсь, я оправдываю ваши ожидания. Подписчикам всем спасибо. Уже завтра я буду снимать новую серию. С вами был Мажей Гризли. Подписывайтесь на мой канал. Смотрите прохождение интересных игр. Всем пока. Всем до новых встреч. Уже завтра новая серия.